В Одинцовском округе продолжается кампания по вакцинации. На сегодняшний день прививку от гриппа сделали более 166 тысяч человек, что составляет 80% от запланированного количества. Максимальное выполнение плана наблюдается среди призывников и учащихся высших учебных заведений. Напомним, в этом году используются современные медицинские препараты «Флю-М», «Гриппол-плюс» и «Совигрипп», которые защищают сразу от трех штаммов гриппа.